матча, то есть вот наоборот, я с проваленной кистью хотел его сюда вот пройти. Мне закрывают, закрывают. Вот у меня вот такая кисть, осталась мне отлично. Они мне говорят фол за то, что я, блядь, вот так вот тут сделал. Понимаешь? Я вот наоборот не хотел ее сюда опускать. Я наоборот максимально вот здесь концентрировался, чтобы сюда вот и пройти. Бывает, что люди делают фолы реально явные. Им не дают за это ничего. Понимаешь, даже тот же Макеев. Извини, что я на тебя гоню, но ты, блядь, хуево борешься в плане, что ты постоянно, блядь, вот так вот, вот на рефери захвате постоянно он вот так вот, вот крутится. Ему не дают фолы за это, понимаешь? Мне, блин, буквально пальцем шевельнул, блядь, фол дает, понимаешь? Вот, просто я удивляюсь, не дают фол за явный фол, а за какую-то фигню дают фол, придираются. Ну и как бы я подал протест, потому что мне надоело бороться с фолами. Это психологически как бы давит немножко. У тебя фол есть, где-то чуть дернулся, блин, ты второй фол и проигрываешь не за то, что ты, блин, слабее там или менее там техничнее или менее выносливее, а из-за того, что, блин, тебе дали непонятно за что этот фол. Да, конечно, сейчас хочу попробовать себя в абсолюточке, я свежий, как раз разогрелся, сейчас попробую. Смотри, у нас было три фаворита, это я, Костадинов и Кочек. Первая схватка у меня с Кочеком была вообще предварительно, понимаешь? Я его легко прошел, думал, ну может человек проспал стартом или еще не собрался, потому что первая схватка обычно самая тяжелая. Вот, потом я выиграл Костадинова. А потом Кочек выигрывает Костадинова тоже, но по ощущениям мне реально легче бороться с Кочеком. Вот почему Костадинову проиграл, это уже как бы кому что неудобно, как бы. Мне сейчас вообще даже с Кочеком, ну не знаю, у меня техника, видимо, более удобная. Именно против Костадинова мне неудобно было, а с ним... Нет, сейчас нормально было, сейчас нормально было. Но это ж финал, тут все смотрят, понятно. А там, когда предварительных, например, да, там, ну... 5 столов, 4 стола, там не всех видят, ничего не замечают, ну и как бы оно там чаще бывает. Здесь вот на финалах обычно реже так бывают какие-то казусы.